Вышел в свет уникальный просветительский проект. В президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге состоялась презентация интерактивного учебного фильма «Православный мир России». Пятисерийный фильм с использованием мультипликации и участием известных медийных лиц создан по заказу отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии специально для преподавания в школе учебного модуля «Основы православной культуры». А что такое добро в православном понимании? Это то, что помогает росту души человека. Помогает другим людям. Радует Бога. Что такое зло, добро, какие они, настоящие ценности? История России, житие святых и многое другое. Мультипликационные герои Иван и Катя задают вопросы, получают ответы. Это уникальный просветительский проект «Православный мир России». Презентация пятисерийного фильма состоялась в библиотеке имени Ельцина. Здесь и духовенство, и педагоги, и дети, и создатели проекта. Режиссер Алена Поляковская. Приехал из Москвы и ведущий, актер и журналист Борис Корчевников. Это какой-то совершенно новый жанр. Этому жанру очень сложно найти название. Удивительная история. Сколько раз смотрю это уже, там можно нажать на паузу в любом моменте и начать обсуждать это со зрителями. И получать от этого удовольствие, снова пересмотреть, снова вернуться, снова поставить на плей, снова продолжить смотреть. Это разговаривающий с тобой жанр. Этот фильм создавался для детей и самими детьми. А история про Илью Муромца вовлекает зрителя в сюжет. Она стала лейтмотивом всех пяти серий и сопровождается вопросами, стоп-кадрами, поучительными рассказами. Какой бы ни был фильм ярким, красочным, какое бы ни было содержание, в первую очередь мы работаем, воспитываем и обучаем ребенка. Поэтому вот в данный момент я, как педагог, со своей точки зрения смотрю, что фильм очень доступный, понятный для детей. Фильм позволяет максимально использовать педагогическую методологию для достижения возможного эффекта в миропонимании ребенка для раскрытия духовно-нравственных ценностей жизни. Он – хорошее подспорье для изучения модуля «Основы православной культуры». В данном предмете здесь очень важно донести не только то, почему мы делаем добрые поступки, почему не надо делать злые поступки, но еще отношение, что добрые поступки мы делаем для преображения своей души. Это основа, мотив делания добрых дел. Почему человек делает то или иное доброе дело. Поэтому фильм в данном случае очень хорошо раскрывает эту позицию и помогает учителю вообще сориентироваться с уроком по данной теме и помогает детям именно раскрыть отношение, что они не просто должны быть хорошими, а что это их добрые дела, они в первую очередь служат для преображения их собственных душ. Этот просветительский фильм поддержан Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и проходит тестовую апробацию в ряде школ Петербурга и России. Интерактивный проект «Православный мир России» представляет собой учебное пособие и создан для самого широкого круга зрителей – школьников, учителей, а также семейного просмотра.